Здравствуйте, Иван. Это видео про ваш переходник с одуванчиком и макрокольца. Вот смотрите, переходничок. Советую сначала научиться вставлять его без объектива в камеру, потому что в D90 могут быть нюансы. Посмотрите, вот в моем D70, видите, контактная группа внутри камеры запрессована без помощи винтов. На D90 бывает вот здесь вот слева и справа дополнительно закреплена контактная группа винтами. Об эти винты очень часто ломают контакты одуванчика. Поэтому будьте очень аккуратны. Смотрите, совмещаем средний контакт одуванчика и красную точку с белой точкой на камере. И чуть-чуть поджимаем. И против часовой стрелки поворачиваем до щелчка. Дальше не проворачивайте ни в коем случае, потому что в этих тонких переходниках нет стопорного винта. Вот. Затем можно накрутить объектив. К сожалению, эти переходники сделаны так, что шкала объектива находится сбоку, но это для круглого объектива не имеет никакого значения. Затем ставите этот флажочек в положение M. В камере выбираете режим IFS. Здесь можно режим A. Выставляем диафрагму сначала на объективе и потом на камере. Вот объективчик поджимает. Вернее, на вашем объективе такой же переключатель MA, поэтому диафрагма прекрасно работает. Вот. Ну и смотрите видоискатель, наводите резкость, когда она появляется, затвор срабатывает. Если вам это в режиме AF, если вам блокировка затвора не нужна, переведите в режим M. Вот эти вот макроколечки, 3 штучки, нашел у себя загашники, то есть соответственно накрутили 1, 2 или все 3 макрокольца, поставили объектив и все, вот получилась такая вот конструкция для макросъемки. Также аккуратно вытаскивайте объектив из камеры, чтобы не сломать одуванчик. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку, спасибо за внимание.